Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Сценарий телесериала» в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской, если хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании. Подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. В настоящий момент на курсе осталось 15 мест. Две трети уже занято, осталось треть. И в среднем то, что я вижу, там плюс-минус 1-2 места улетает в день. Так что я думаю, что если вы планируете к нам присоединиться, то не так много времени для этого осталось, а следующий сериальный курс будет только через год. И вообще, будет ли у нас следующий год? Так, напишите в чате, видите ли вы меня, слышите ли вы меня. Я чуть-чуть пораньше вышел в эфир на пару минут, для того, чтобы все смогли подключиться. Мы с вами продолжаем сидеть на балконе. Сессия моей жены идет в полном разгаре, так что мы с вами пару недель еще посидим здесь. Так, хорошо. Подключайтесь, пишите в чате кто-нибудь. И мы начнем. Есть пара минут. Если есть какие-то вопросы у вас по тому, как прошла неделя, или еще по поводу мастерской, или еще что-то, если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. Задавайте в чате. Интересно то, что мировые события, они, скажем так, прям испытывают, как будто проверку какую-то проводят для нас, для всех. А вот если мы так, вы сможете ли продолжать проходить свой год радости? А если вот так? Ничего, посмотрим. Так, хорошо, окей. 11:59, можем потихоньку начинать. Непростая сегодня тема будет, но постараемся ее как-то. Да, я даже больше скажу, что мы сегодня начнем большую тему, такую с продолжением, которая займет у нас 4 урока. Вот. И она в целом непростая, и какие-то вещи там для меня там совершенно четко понятны, какие-то еще я нахожусь в каком-то таком исследовании, и посмотрим, как все будет получаться. Значит, смотрите, прежде всего, есть разные способы обработки информации, да, разные стратегии обработки информации. Например, математические формы, да, то есть мы можем какую-то информацию изложить в виде формы. Если был перерыв, лучше включиться с текущей записи или продолжить. Лучше включать с текущей. Пропустили, пропустили. Потом переслушайте и как бы
Значит, все, не отвлекаюсь больше на вопросы. Значит, формулы, да, математические формулы, можно какую-то ситуацию изложить этой формулой, да, и если вы, например, знаете этот язык, язык математической формулы, да, то если в вашем распоряжении есть какая-то часть этой формулы, да, вы можете восстановить остальную формулу. Например, изобразительные языки, да, как, например, там, ну, есть версия такая, что карта Таро, в картах Таро зашифрована некая там древняя мудрость, и если человек, значит, окажется в тюремной камере, закрытый с колодой карт Таро и неким ключом к их разгадке, да, то он сможет только из этих карт вытащить всю необходимую информацию, да, то есть всю мудрость мира. Вот я в этом не уверен, да, но совершенно точно, что изобразительное искусство является таким языком и в определенные эпохи человечества, да, именно он становился главным языком. Кино тоже является неким языком, да, неким способом обработки информации. Но, тем не менее, самые распространенные и самые действенные способы вот этой обработки информации, их три. Первый способ, не язык, это немножко другое, да, там в разных языках могут эти способы использоваться. Первый способ – это ритм и рифма, да, то есть ритмическая и рифмическая организация текста, который вы рассказываете. Здесь, условно говоря, когда нужно было какое-то в древности, да, когда там не было особой письменности, да, когда отправляли сообщение и, там, скажем, не могли быть уверены в том, что человек это сообщение может прочитать, да, то гонца заставляли сообщение, излагали в поэтической форме, да, и гонца заставляли заучить это сообщение наизусть. Да, и если бы оно было не в поэтической, а в прозаической форме, его можно было бы легко забыть, да, а стихотворение, ну, легко запоминается. И, соответственно, да, здесь может быть и смысловой ритм, да, где нет, как бы, нет рифмы, да, ну, например, там, религиозные тексты. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да пребудет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие небесное, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков, и ныне и присно и во веки веков. Аминь». Да? То есть текст организован по смыслу, ритмически, да, то есть ритм смысловой. Может быть звуковой ритм, да, где мы даже не понимаем смысла текста, да, но мы легко схватываем вот этот ритм, и он достаточно легко запоминается, да, как, например, когда люди учат мантры, да, там какая-нибудь гаятри мантра. Ом пхур бхува свах тат савитур вариньям парго дивасья димахи пхи йонах прачодаят. Да, то есть запоминается легко достаточно, да, на ухо ложится. А смысл, да, то есть, а что там такое, да, там попробуйте, там, я записал перевод, да, мы хотим встретить этот желанный блеск бога Савитара, который должен поощрять наши поэтические мысли. Да, это кусок текста из Ригведы. Фиг запомнишь. Какой-то безжеланный блеск Бога, который должен... Сложно запомнить, да? Ом пхур бхуват свах тат савитур вареньям. Да, ложится легко, легко, достаточно запоминается. Есть тексты, в которых... И смысловой ритм, и рифма, и вот этот звуковой ритм сочетается очень хорошо, да, и он работает сразу же на всех трех уровнях. А у нас
Есть, я очень люблю этого поэта, у которого, ну, на мой взгляд, идеальное соотношение, сочетание рифмы, ритма и смысла в лучших его текстах. Да? У него три, на мой взгляд, самых главных его текста. Стихотворение «Слово», которое мы с вами уже упоминали, стихотворение «Шестое чувство» и стихотворение «Заблудившийся трамвай». Вот это три главных его текста. Даже четче, то есть вот ритм у него организован четче даже, чем у Пушкина. Да, у Пушкина есть все-таки какая-то вот эта такая французская необязательность, вот, а у Гумилева это прям, я не знаю, может быть, это связано с тем, что он там много путешествовал по Африке, слушал африканские ритмы, но у него вот этот вот ритм, он прям очень-очень-очень четко, очень явственно звучит. Вот послушайте, я вам одно из стихотворений, прям я хочу, чтобы вы его на слух послушали. Вот сравните. «Ом пхурбхувах свах татсавитур вариньям пхаргоривасья димахи тхийойонах прачодаят». Да? Гаятри мантра. И на русском языке у Гумилева. «Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай. И звони лютни, и дальние громы, передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкой для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял, и при свете дня мчался он бурей, темный, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед путливый взгляд. Нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Беруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы гласят зеленые. Я знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице, я же с напудренную косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял я, наша с тобой свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадник от длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынью православия взрезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все же навеки сердце угрюмое, трудно дышать и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Вот текст, идеальное соотношение ритма, рифмы и смысла. Да? Один из немногих текстов, в которых вот это вот соотношение вот этого единства есть. У меня особое отношение с Гумилевым. Когда в детстве, когда мне было 14 лет, и, значит, в очередной раз мои родители решили, что что-то как-то странно мальчик себя ведет, да, не гуляет, сидит, книги читает, надо его, наверное, отвезти к врачу, да, к психиатру, ночами не спит, там, в общем, как-то это самое. И врач не нашла ничего лучшего, как посоветовать мне запретить читать. И, значит, мне на зимних каникулах, двухнедельных зимних каникулах, мне запретили 2 недели читать. Вот. А поскольку
Это крайне глупое решение, конечно, было. И единственное, что я мог делать, у меня была пластинка, на которой Евгений Евтушенко читал стихи Гумилева. Вот, я ее с утра до вечера крутил, и таким образом вот все эти тексты, они как-то отпечатались очень четко. Вот девушка с газелиными глазами выходит замуж за американца. Зачем Колумб Америку открыл? Вот. Да, то есть вот здесь важно, опять же, да, чтобы вы понимали, как это работает, да, то есть нам проще запомнить текст, если он организован ритмически, если там есть рифма и если он, да, выстроен по смыслу так, что его легко запомнить. В политике это используется, да, например, гимн. Да, у каждой страны есть какая-то песня, которая ассоциируется с этой страной. Да? И гимн – это такой вот рифмическая организация какого-то сообщества. В религии это псалмы и молитвы, да, тоже, которые как бы проще запомнить из-за того, что они таким образом сформулированы четко. Дальше следующий способ организовывать информацию – это история. И опять же, да, в религии это жития святых, да, это там, Евангелие там, и так далее. Да, опять же, мы понимаем, что, условно говоря, истории о житиях святых, да, где рассказывается какая-то именно история, она читается с большим интересом, и Евангелие, да, где описывается жизнь, собственно, Иисуса Христа, да, они читаются с большим интересом, нежели какие-то послания, в которых изложены какие-то, может быть, мудрые вещи, поучения, да, и так далее, но в которых нет истории. То же самое в политике, да, рассказывал о каких-то героях, и очень многие политические события какие-то начинались с того, что каким-то людям рассказывали какую-то историю, да, например, там, тот папа, который рассказал, что нужно освободить гроб Господен, да, и начались крестовые походы. Достаточно эффективный способ. Более того, я, скажем так, ну, неоднократно это проверял. На вот там, где хорошо работают алгоритмы, да, то есть рекомендательные алгоритмы, они не везде, не во всех соцсетях работают, да, но, например, одно время в Дзене очень хорошо работали рекомендательные вот эти алгоритмы. И текст, который удерживал внимание, да, он... Ну, его там сильно пушили, сильно рекомендовали. Вне зависимости от того, там, какого текст качества, о чем и так далее. Вот, и мы сделали такой проект. Я написал где-то около 10 текстов, в которых именно вот рассказывались истории. То есть это были не материалы, это были... Да, это даже не рассказы были, да, а такие вот именно истории, которые идеально удерживали внимание. Ну... И там прям видно было, я смотрел, там, скажем, там 99 человек кликали, видя заголовок, цепляющий заголовок, и 99% дочитывали до конца. То есть практически все, да, противостоять истории невозможно. И у нас сейчас до сих пор, да, потом они там... Поломали этот алгоритм, когда начались эти события там все, вот, вообще отключили рекомендации, сейчас они снова их включили, я опять смотрю, у нас снова вот эти старые тексты, написанные там больше полутора лет назад, они снова у нас в топе, их снова читают, вот, то есть хорошо рассказанной истории противостоять невозможно. И мы все время рассказываем истории, мы себе рассказываем истории какие-то, другим рассказываем какие-то истории. Когда нам что-то рассказывают, мы все отфильтровываем, кроме истории. Мы запоминаем только истории. Вот. Поэтому в любой области, да, то есть условно говоря, если человек интересуется математикой, он с большим интересом будет читать истории о жизни математиков, чем математические формулы.
так же, как писатели, да, то есть там люди, скажем, с большим интересом читают истории из жизни писателей, чем какую-то критику их произведений. Дальше следующий, да, то есть это действительно очень эффективный способ и передачи информации, и удержания информации, и он и в маркетинге используется, и в религиях, в политике, везде. Но есть еще более эффективный способ обработки информации, и это игра. Да, то есть это когда мы какие-то ситуации, которые там, мы в реальности, в жизни либо проживаем, либо можем прожить, да, мы проживаем в какой-то игровой форме. И люди это там часто не замечают этого, но на самом деле, если как бы ты понимаешь, как это работает, ты этого уже развидеть не можешь. Да? Например, там, скажем, демонстрация – это игра в некое событие. Да? То есть я в свое время очень четко это осознал, когда нас в детстве водили на демонстрации там, 1-майские, 9-майские и так далее, я вдруг понял, что вот сейчас мы как бы играем в те демонстрации, которые нам показывали по телевизору. Нам все время показывали какие-то, не знаю, «Юность Максима», да, «Октябрь» там и так далее. Да, нам показывали какие-то фильмы про революционеров, которые устраивали демонстрации, ну, подпольные вот эти вот, и протестные. И вот я понял, что вот наши демонстрации, которые мы сейчас устраиваем, это игра вот в те демонстрации. То есть мы как будто бы в них играем. Вот. Мне, естественно, я доводил это все до какого-то, ну, реального. Мне интересно было доводить это до предела. Например, я там залезал на дерево посреди поселка, чтобы на вершине этого дерева завязать красный галстук. Как красный флажок такой, да, вот как бы. То самое. Слава богу, не упал я с этого дерева, потому что, ну, убиться было бы очень легко, потому что достаточно высоко и достаточно опасно. Но, тем не менее, да, такая. Парад, да, то есть парад, что такое парад? Да, парад – это игра в наступление, да, то есть мы показываем, как будто идет наступление, но на самом деле наступления нет, это просто там, демонстрации сил каких-то. Учения, да, военные учения, что это такое? Это игра в войну. Да, месса, что это такое? Это игра в некое религиозное событие, да, то есть есть какие-то, не знаю, условно, какое-то пищное действие, да, которое отражается в безопасной форме для всех участников, да, отражает некое религиозное событие, да, в результате которого кого-нибудь в печи сожгли. Да, и когда, скажем, происходит причастие, да, когда люди пьют вино и им говорят, что это там кровь, да, опять же, мы все понимаем, да, что это как бы игра, да, то есть мы играем в то, что это вино является кровью. И здесь важно понять, вот как по-вашему, чем игра отличается от реальной жизни? И вот что, кстати говоря, что я вот в том примере с флагом, да, с пионерским галстуком, который я на дереве повесил, да, вот я нарушил правила игры, да, то есть я вышел из пределов игры, я вышел в некую реальную жизнь. Вот в чем отличие между игрой и реальной жизненной ситуацией? Безопасность, конечно, разумеется. Безопасности. Что такое история? Есть четкое определение? Хороший вопрос. Я думаю, что прям какого-то четкого такого определения нет, да, но есть определенные критерии, да, то есть, что есть какой-то герой, с которым происходят какие-то события. Более того, если мы прям копнем поглубже, да, есть такой академик Топоров, да, который в свое время писал про некий фундаментальный миф, да, о том, что есть некий единый миф,
И он один во всех религиях, во всех этих самых, да, вот он считал, что это миф про поединок со змеем. В этом есть определенный смысл, и это, в общем, близко к тому, до чего докопался Кэмпбелл, да, если мы посмотрим про сказки со всеми этими змеями Горынычами, да, если мы посмотрим на какие-то индийские мифы с этими Индрой и как его это, господи, Индрой Вритра. Да, действительно есть вот это вот. И в любой структуре истории, да, всегда есть какой-то поединок с чудовищем, да, и даже если там нет конкретного змея, да, всегда есть какая-то змея, да, всегда есть какое-то чудовище, какой-то монстр, с которым мы сражаемся. Да, и в истории всегда есть вот этот вот поединок с условным змеем. Да, и вот если этот поединок есть, значит, есть и история. Да, совершенно верно. Да, можно выйти в любой момент безнаказанно. В игре есть правила, ведущие есть четкие рамки. Более-менее их все знают. В реальной жизни нет. Да? То есть в некоторых случаях наша задача узнать эти правила. Да, у нас в свое время, у меня приятель придумал игру такую карточную, который, значит, один выбрасывал карты, да, делал с картами какие-то действия, а второй устанавливал правила. Да, и он, в соответствии с этими правилами, да, либо принимал, либо не принимал карту. И задача была, да, и вот этот человек, который устанавливал правила, он был Господь Бог. А второй человек, это был человек. Да, и вот в правилах нужно было понять, да, задача человека была понять, какое правило. Вот, довольно интересная игра получалась. Так вот, можно, во-первых, можно самому рассказывать историю, да, и можно играть в свою собственную игру, да, то есть можно самому установить правила какие-то, да, и в этой игре по своим правилам безопасно можно играть в какую-то игру. И это на самом деле очень сильно облегчает очень-очень многие задачи. Да? С учетом того, то есть, ну, самая главная проблема какая? Да? Что мы живем в мире хаоса, мы живем в неструктурированном мире. И мы этот мир все время структурируем. И очень часто проблемы у людей, вернее, даже так, не то, что очень часто, а все проблемы у людей возникают из-за того, что их структурируют. А не они структурируют. Да? И если не структурируете вы, то структурируют вас. То есть, если вы не рассказываете историю, если вы не придумываете правила игры и не живете по этим правилам, то тогда кто-то другой вас будет структурировать, и вы будете в чьей-то другой игре, будете существовать там каким-то статистом. В свое время Демчок очень хорошо сказал, что мы никогда не будем счастливы в играх, придуманными другими. Вот. Но мы легко можем, существуя даже внутри чужой игры, мы можем придумать свои правила, да, и внутри чужой игры вести свою собственную игру. Вот. Да, и я думаю, что здесь первичный импульс, он внутри нас. Это наш выбор в любой момент времени. Более того, ну, у меня как бы и раньше эта мысль возникала, но сегодня я ее как-то вот так четко сформулировал. Она может прозвучать для верующего человека, она может прозвучать немножко кощунственно, но поверьте, ну как бы я, ну скажем так, религиозную матчасть знаю очень хорошо и, скорее всего, там сильно лучше, чем, не знаю, там 99% так называемых верующих людей. Вот. И вот я думаю, что, и у меня есть некоторые основания предполагать, что так оно и есть, да, я думаю, что Иисус Христос, во-первых, существовал в реальности, да, что он был реальной исторической личностью, это раз. Второе, я думаю, в очень высокой степени вероятности, что он являлся сыном Бога, да, в том смысле, в каком мы
понимаем Бога, в том смысле, в каком мы понимаем отношения отца и сына. Да? Но я думаю, что он не стал сыном Бога с самого начала. То есть я думаю, что он сначала принял решение о том, что он является сыном Бога, а потом он реально им стал. То есть он стал таким, да, он достиг таких, к 33 годам, он достиг таких личностных характеристик, при которых, что называется, у Бога не было выбора, кроме как его признать своим сыном. Вот. Я понимаю, что, опять же, да, для верующего человека это может прозвучать кощунственно, но, поверьте, намерение оскорбить кого-либо из участников этой транзакции у меня не существовало. Так вот, то же самое мы можем сделать со своей жизнью. Да? То есть это не значит, что мы там непременно все должны стать богами, да? Хотя там, в Евангелии есть четкие указания на то, что мы все, да, мы все дети Божьи, да, и мы все, как бы, мы все можем стать его сыновьями. Вот. Но тем не менее, да, это всегда наш выбор. В каких бы жизненных обстоятельствах мы ни находились, мы всегда сами можем принять решение о том, что мы будем проживать вот такую историю. И дальше эту историю себе написать, да, то есть написать себе свой сценарий своей жизни, книгу своей жизни, историю своей жизни, придумать какую-то по этому сюжету, придумать какую-то игру и проиграть эту игру от начала до конца, установив для нее какие-то правила, да, и сделав ее для себя безопасной. Вот. Насколько понятна эта мысль? Понятна ли эта мысль? Или, если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Майя пишет. Хорошее замечание. Что я сейчас поняла? Получается, если ты не принял решение стать ребенком Бога, ты будешь рабом Божьим. Да, например. То есть сначала надо принять решение, что я, а потом ей действительно стать. Да, совершенно верно. Вот я, кстати, когда вот я занимаюсь тем, что я учу сценаристов. Сценаристов очень часто, сценаристов, драматургов, писателей, у них очень часто вот мучает такая мысль, что типа с какого момента я могу называть себя сценаристом. Я тоже в эту игру играл в свое время, да, и мне тоже это беспокоило. Так вот, у меня стихотворение опубликовали в газете. Я уже могу считать себя писателем, поэтом. Вот у меня вышел роман в Москве в издательстве «Эксмо». Я уже могу считать себя писателем или еще нет? Вот у меня пьесу поставили в Московском театре. Я уже могу считать себя драматургом или нет? Вот у меня сценарий сняли на Первом канале или там на канале «Россия». Я уже могу считать себя сценаристом или нет? Вот меня приняли в Союз писателей, вот меня приняли в Союз гильдию кинодраматургов, в Союз кинематографистов. Да, я уже могу считать себя сценаристом или нет? Да, то есть в этом все можно поиграть тоже, да, хорошая, веселая игра. Но, тем не менее, я думаю, что вы сначала принимаете решение о том, что я сценарист, я писатель, я драматург, а уже потом вы становитесь драматургом. Да, так же, как магов обучают. Да, им говорят, сначала ты прими решение о том, что ты являешься магом, а потом становись магом. Вот. Точно так же, как у меня там одна студентка, значит, тоже вот там прям у нее комплекс ее мучил, вот как, вот когда что. Я ей сказал, вот говорю, давайте сейчас, вот прямо сейчас открывайте вашу страничку там, в Фейсбуке, ВКонтакте, Фейсбук, по-моему, тогда был, вот открывайте в Фейсбуке и пишите вот самоназвание свое, да, то есть чем вы занимаетесь, напишите сценарист. Как так? Вот вы напишите, да, то есть вы как бы миру дайте сообщение, что я сценарист, да, и дальше вам будет гораздо проще после того, как вы себя уже себе рассказали историю про то, что вы сценарист, вам гораздо проще будет миру рассказать эту историю про себя.
То есть я был знаменитым писателем и миллионером, и жителем Москвы еще тогда, когда жил в Сямже. Меня никто не знал, у меня не было ни копейки денег. Я вам потом расскажу про эту историю на следующем, на позаследующем уроке, как это все происходило. Да? Но я сначала принял решение об этом, да, о том, что у меня все это будет, а потом у меня все это появилось. Вот, и здесь то же самое. Так, увидите ли вы того, кто придумал? Вот, пожалуйста, смотрите. Видите, что там за окном? Что там за окном? Там Москва за окном. И это, вот эту Москву я себе придумал в 14 лет, сидя на полу в пустом доме. Поэтому... Окей, хорошо, идем дальше. Да, мы сами решаем, кто мы, заявляем это вслух, а потом мир, зеркало делает это реальностью. Многоэтажка там. Да, вот это прям прекрасно, знаете, да, мне очень нравится история, она простенькая такая, да, но она как бы очень характерна, она как раз про эту историю, да, то есть человек, значит, тащит камень, у него спрашивают, что ты делаешь, он говорит, я тащу камень, да, значит, у другого человека спросили, что ты делаешь, он говорит, я строю стену. Да, у третьего человека спросили, тоже тащит камень, что ты делаешь? Я строю прекрасный храм. Да, вот можно видеть там многоэтажку, да, а можно видеть там лучший город Европы. Да, я вижу там лучший город Европы. Кто-то видит многоэтажку. Поэтому... И зеленый парк под окном. Со всех сторон. Так, хорошо, значит, здесь важно понять, да, почему же мы, да, как бы, почему же мы не живем в этой истории, да, почему же нам не получается эту историю рассказать. Проблема в том, что мы одновременно проживаем множество историй, множество сюжетных линий. То есть представьте, что вы... одновременно смотрите 20 фильмов, да, то есть вы смотрите фильм про, там, не знаю, про свою семейную жизнь, например, да, это одно кино, про свою работу, это другое кино, про свое хобби, это третье кино, про, там, какую-нибудь вашу тайную историю, про которую вы вообще никому не рассказываете, про ваши какие-то фантазии, да, мысли, мечты, это там еще какое-то кино. Да, то есть и если вам одновременно показывают 20 фильмов, да, то есть и сюжеты, эти сцены все время перемешаны, да, очень сложно вычленить и понять, ну, да, кажется, что все хаотично и друг другом, с другом не связано. Но если вы научитесь их вычленять, да, то есть наша задача будет да, взять какую-то одну сюжетную линию и рассказать внятно себе и миру, рассказать эту одну единственную сюжетную линию. Вот, если вы научитесь работать с одной сюжетной линией, да, то вы сможете работать и с несколькими сюжетными линиями. Просто вы будете понимать, ага, вот сейчас вот такая сцена, потом будет вот такая сцена, потом будет вот история будет вот так развиваться. Если вы понимаете, как строится история, вы, во-первых, будете понимать, на какой стадии вы находитесь в той или иной истории, да, то есть вы будете понимать, значит, сейчас у меня происходят вот такие-то события. В обычной жизненной ситуации вы такой, типа, не знаю, что дальше будет, а так вы будете понимать, сейчас мне надо искать союзника, да, или сейчас мне надо искать учителя, вот, или там, сейчас будет кризис, надо готовиться. Вот, и у вас этот кризис, вы к нему приходите готовым, то есть, и вы знаете, что в этом кризисе делать, да, то есть, что искать конкретно, да, а не мечетесь с криком «Ага, спасите меня!». Вот, и таким образом очень просто проходить вообще любые сюжетные линии, любые сюжетные истории. И если научитесь с одной работать, сможете работать и со мной.
Итак, давайте разберемся, с чего мы начинаем. Начинаем мы всегда с героя. Мы начинаем всегда с героя истории, то есть с вас. В свое время я сформулировал такую, как бы, такую модель работы над персонажем, которая называется «Станция». Вот. И она, ну, довольно неплохо работает уже много лет. Для многих сценаристов она стала, ну, неким стандартом работы с персонажем. И вот я ее, как бы, рекомендую и, применяя к себе, тоже эту модель применить. Что такое станция? Это четыре параметра. Первый параметр – это сокровище. Что такое сокровище? Сокровище – это некая суперспособность. Да, но это не просто навык. Да, допустим, не знаю. Навык хорошо разговаривать на английском языке. Но он не является сокровищем. Почему? Потому что в мире, я не знаю сколько, ну, например, там, не знаю, 500 миллионов человек разговаривают на английском языке. Вот. И вы не можете отличаться от людей тем, что 500 миллионов делают точно так же или даже лучше, чем вы. Да? То есть сокровище – это что-то, в чем вы можете стать лучше всех. И очень часто бывает так, то у человека есть несколько разных способностей, да, и человек, допустим, делает ставку на способность, в которой он не может достичь максимальных высот, в которых он не может стать лучшим. То есть нужно выбирать именно ту способность, в которой вы можете стать самым лучшим, самым лучшим. То есть это, в бизнесе это работает точно так же. Например, есть такая книга «Великие по собственному выбору». Там, я не помню сейчас авторов, один датчанин, другой американец. Там во многом спорные концепции, многие из них уже там со временем опровергнуты, но некоторые мысли там прям важные. Там четыре книги, значит, и там прям важные вещи есть. Вот одна из важных вещей, да, там рассказывается история про компанию, которой принадлежали сеть ресторанов и сеть аптек. Вот. И, значит, они параллельно их развивали, и вот как-то бизнес ни шатка, ни валка шел. И, значит, новое руководство решило разобраться, как бы, как масштабировать бизнес, как там сделать великую компанию. Вот, они изучили ситуацию, и они поняли, что они стать лучшими в ресторанном бизнесе они не могут. Ну, там по ряду причин, там компетенции нет, да и желания особого нет, и географически там все не сходилось. А вот стать лучшими в аптечном бизнесе они могут. И они приняли решение в течение там следующих 5 лет продать весь ресторанный бизнес и все деньги вложить в аптеки. И все, и дальше они, значит, четкий тайминг, да, вот мы там в течение года должны продать 20%, еще 20% ресторанов, да, и после этого вот только заниматься только аптечным бизнесом. Я не знаю, как, потому что там черные лебеди прилетали всякие, может, уже и закрылась компания после коронавируса, но тем не менее. Здесь важен принцип, да, что мы выбираем какую-то суперспособность, в которой мы можем стать самыми лучшими. Да, то есть, ну, например, там, условно говоря, я там писал сценарии, да, ну, входил, наверное, там, в десятку, в двадцатку лучших сценаристов, но лучшим сценаристом страны я не был. Вот. Но я понимал, что я могу стать лучшим преподавателем сценарного мастерства. Да? И преподавателем сценарного мастерства вне всякого, это как бы не то, что там как какое-то хвастовство, да, вне всякого сомнения, я являюсь лучшим преподавателем сценарного мастерства в стране. Да? То есть не просто там лучшим, да, а с большим отрывом. Вот. И там нашу мастерскую даже
и по программе, и по содержанию, по всему ее просто даже сравнивать с кем-то смешно и странно, да, по эффективности, по продуктивности. Вот, то есть выбираете что-то, в чем вы можете стать лучше всех. И закрываете те направления, в которых вы можете быть в десятке, в двадцатке, в пятидесятке или где-то в серединке. И вот давайте так. Навскидку сейчас. Можете ли вы назвать какую-то вашу суперспособность, в которой вы совершенно точно, которую вы можете развить до того, что в этом деле вы будете лучшим вообще в своей области? Напишите, что является такой суперспособностью. Может быть, сразу не удастся это сформулировать. Если не удастся, то это значит, вам будет задание на подумать. В течение недели. Напишите сейчас в чате. Да, здесь есть еще одна, так, когда пришла работать в газету корректором, захотела стать журналистом, то заказала визитки у друга, где было написано журналист. Через год я стала журналистом. Вот, кстати, да, я точно так же. Я себе заказал, в свое время заказал визитки. У меня там был, правда, сценарный доктор. Не сценарист, сценарный доктор. Но мне действительно больше хотелось именно докторингом заниматься. Так, преподаватель импровизации. Ничего такого нет. Ну, нужно искать, значит, если вы хотите как бы каких-то высот добиться, да, то вы можете их добиться только за счет каких-то способностей исключительно. Так, рисую. Не могу. Надо думать. Как понять, где я могу стать лучшим? Перебором, пробовать. Навыка на оценку еще не хватает. Пробовать, развиваться и смотреть на прогресс. Разрываюсь между пением и сонграйтингом. Да, опять же, надо пробовать, смотреть и смотреть на прогресс. Не могу сформулировать. Перебором, пробовать и смотреть. Так, мой уникальный танец, с ним связаны цели глобальные надо. Отлично. Доброжелательность, но это не профессия. Ну, это может быть профессией, если вы, например, святой. Да, или юродивый. Может быть. Почему нет? Умею придумывать захватывающие истории, когда действую вопреки логике обстоятельств, у меня все получается. Интуиция или что? Как мы определим эту способность? Так, Нобелевскую премию по литературе хочу получить. Если вы чувствуете, что вы способны развить компетенции здесь даже, я бы сказал так, не только в написании текстов на Нобелевском уровне, да, но и в социализации, да, то есть Нобелевская премия – это достаточно узкое направление, достаточно как бы узкие действия нужно делать, да, это там политический активизм определенного направления там и так далее, да, то есть можно поставить себе цель получить Нобелевскую премию и ее получить, да, как, например, Бродский, да, он поставил цель в свое время получить Нобелевскую премию, да, он просто, на самом деле, можно сказать, как НЛПеры говорят, да, он просто моделировал Нобелевских лауреатов, то есть, там, условно говоря, он все время тусил среди Нобелевских лауреатов и внимательно смотрел за тем, что они делали. Вот. Ну, естественно, помимо всего прочего, Бродский был великим поэтом. Да? То есть, он, естественно, Нобелевский уровень этот выдерживал. Да, потому что, ну, есть авторы, которые, скажем так, являясь в политическом смысле идеальными нобелиатами, не являются идеальными нобелиатами в литературном смысле, скажем. Драматург Юн Фосси, да, которого я Нобелевскую премию предсказал в этом году, там, безошибочно, за неделю до того, как его назвали, да, он автором Нобелевского уровня, вне всякого сомнения, не является. Да, достаточно слабый автор. Вот, скажем, ну, обидно такое про своего говорить, да, но я не считаю, например, что Пастернак написал роман Нобелевского уровня. Да, скажем, там, рядом с ними существовали в этой же литературной традиции там, гораздо, гораздо более высокого уровня авторы, да, Паустовский, скажем, гораздо более
там, достоин Нобелевской премии. Набоков, да, за роман «Дарт» тоже, вне всякого сомнения, достоин Нобелевской премии. Да, а не получил, тем не менее. В силу определенных обстоятельств нелитературного свойства. Так, умею сочетать несочетаемые материалы, формы в шитье и художественном направлении. Так, писательство, поняла, в 65 лет, хорошо перевожу. Вот здесь тоже, здесь надо смотреть на то, как бы, вот вы написали 65 лет, да, тоже нужно учитывать, да, 65 лет, например, там, вы проживете 100 лет, да, у вас есть там 35 лет в запасе. Успеете ли вы за 35 лет развиться до там, высокого уровня творческого? Ну, если успеете, да, как бы, окей, отлично. Вот, поэтому, может быть, стоит выбрать какой-то более быстрый способ, да, например, не писательство, да, не прозу, а драматургию, сценарное мастерство, которое просто быстрее. Да, и лучше подходит для возрастных людей, условно говоря, да, там 65 лет для прозаика, это да, достаточно, скажем так, ну, да, это пожилой достаточно возраст, да, поэтому 65 лет вообще невозможно быть. Прозаикам сложно, драматургам 65 лет самый расцвет, самое акме. Вот, поэтому... Если вам интересно мое мнение, я считаю, что в 65 лет лучше прокачивать способности не писателя, а драматурга. Так, хорошо перевожу с технического на понятный русский язык, правда, мне все-таки больше. Так, в процессе уже близко пробую, надо тестировать, мысли есть в этом направлении, надо оформить, умею находить в людях лучшие софт и хард скиллы. Делать из говна изюм, дизайнер, декоратор, умею преподносить, преподавать, нет, окей, так, тренерство, умею заряжать учеников творческой энергией. Вопрос, только ли вы это умеете, вот вы рассказываете какие-то компетенции, да, свои, вопрос, делаете ли вы это лучше всех, можете ли вы это делать лучше всех, то есть можете ли вы сказать, что вы заряжаете учеников творческой энергией лучше, чем, не знаю, Джудит Делазье или там еще кто-то, Татьяна Мужицкая. Да? То есть вот сможете ли вы стать в этом лучше? Если я искренне во что-то сильно верю, говоря об этом, могу заряжать энтузиазмом и других людей. Опять же, да, то есть если вы можете это делать лучше всех, то окей. Значит, надо это прокачивать. Нестандартные подходы в решении. Здесь, вот смотрите, может показаться, что то, что я говорю сейчас, да, это неприятно, да, но здесь должна быть к себе максимальная безжалостность, да, то есть нам нужно выбрать то, в чем мы действительно можем стать лучшими, и безжалостно, безо всякой сентиментальности отстрелить все то, в чем мы не можем стать лучшими. То есть, если я в этом не могу стать лучшим, зачем этим заниматься? Нет, то есть, можно этим заниматься, да, вообще, ради хобби, пожалуйста, ради бога. Но если вы хотите действительно выдающихся результатов добиться, а иначе что вы здесь делаете, да, в этом случае надо развиваться только там, где вы можете самых высоких высот добиться. Окей, идем дальше. То есть, еще раз, я прям еще раз на этом заострю ваше внимание, что очень часто мы начинаем развивать сокровище, в котором мы не можем стать лучше всех. И в итоге мы остаемся на вторых, на третьих, пятнадцатых ролях. И естественно, мы несчастны. Мы несчастливы в этом. Вот. И дальше посмотрите на ваше сокровище, то, что вы выбрали, и спросите, как я могу использовать это сокровище для достижения ваших целей. Цели мы с вами ставили. Да, помните, все мы цели ставили с вами. И сейчас посмотрите на это ваше сокровище и спросите себя, поможет ли это ваше сокровище достичь ваших целей. И прямо сейчас вот напишите, посмотрите на это соответствие и напишите, соответствует ли ваше сокровище вашим целям, помогает ли оно для достижения ваших целей. Если помогает, напишите, да, помогает. Если нет, напишите, ой, елки, не помогает.
Мое сокровище не имеет никакого отношения к моим целям. Значит, надо что делать? Надо цели менять, цели корректировать. Не сокровища, а цели. Так, помогает, помогает, есть. Я астролог. Профессия ангел. Очень хорошая профессия, кстати говоря. Астролог, ко мне идут люди на консультацию, поняла, что лучшим астрологом стать не могу. Хочу вернуться к тренерству по женским архетипам. Смотрите, если вы понимаете, да, что вы, там, допустим, сейчас астролог, зарабатываете свои там 30 тысяч в месяц, да, и вы стоите в этой армии астрологов, которые там строями идут куда-то, да, и вы понимаете, что, а при этом вы можете стать лучшим в том, что там не имеет отношения вот к этой ходьбе строя. То есть, когда я понял, что я буду учить людей писать сценарий, никому нахрен не нужно было учиться писать сценарий. Спрос был нулевой. Почему? Потому что рынка не было. Спрос на онлайн-курсы по сценарному мастерству в России в 2008 году был нулевой. Да, то есть он появился тогда, когда появился Александр Молчанов с 1 декабря 2008 года, вот уже 15 лет, качающий эту тему обучения сценарному мастерству. Ну и посмотрите, на каком уровне сценарное мастерство было 15 лет, и посмотрите, на каком уровне оно сейчас. Мне кажется, результат очевиден. И книжек по сценарному мастерству не было. Первую книжку написал я. Тут Сеня Гончуков, значит, выкладывал полку свою со сценарными книгами, и там половина наших книг. Вот. И мне было очень приятно, да, почему? Потому что там стоял, естественно, мой букварь, первая книжка. Нет, вру, я зря, конечно, так это самое, были книги до меня. Естественно, была блестящая книга Туркина, написанная в 1938 году. Была книга Нехорошего, тоже очень хорошая, но она позже была издана. Была книга «Меты», кино между раем и адом, но она достаточно сложно написана. И была несколько легковесная, но такая тоже небезынтересная книга Червинского. «Как хорошо продать хороший сценарий». Все-таки тут я... немножко это сам, немножко перегибаю палку. Но тем не менее, да, после букваря я начал всех своих друзей, которые хоть что-то понимали в сценарном мастерстве, я просто их заставлял, пинал, там за шкирку хватал и говорил, пишите книги, пишите книги, пишите книги, нам нужен корпус текстов, нам нужна хорошая библиотека книг по сценарному мастерству. Вот Сироткина просто заставлял писать книгу, Сашу Талала, там, Гончукова, да, вот всех вокруг ходил и как бы это самое. Вот. И вот сейчас у нас есть, 15 лет спустя, у нас есть там, довольно, как бы, довольно неплохая библиотека учебников букварей по сценарному мастерству. Так, соответствует, нужна огранка, помогает. Как заранее узнать, стану ли я лучше? Тестировать, да, то есть пробовать, начинать это делать и смотреть прогресс. То есть если вы видите, что у вас есть прогресс, и этот прогресс заметный, да, то в этом случае как бы вы понимаете, то есть если прогресса нет, да, вы понимаете, что вряд ли вы высот достигнете. А если вы видите, что есть прогресс с каждым следующим действием, понятно, что рано или поздно вы достигнете вершины. Так. Астролог вне системы астрологов какой-нибудь над системой. Это сокровище. Ну вот есть, например, как же это, Дороган, да? Вот чувак вне всяких систем. Абсолютно. Да, есть Таня Мужицкая, которая вообще NLP-тренер, да, но она вне всяких вот этих вот, вне всех систем, да, то есть она никуда не помещается. Какова ее компетенция? Ее компетенция мужицкая, да, быть мужицкой.
Да, сочетание, не знаю, магии и психологии. Да, и в этом она лучшая. Надо быть первопроходцем и гореть, как Молчанов. Гореть, но не сгорать. Да, то есть очень много таких, которые горели и быстро сгорали. Молчанов, слава тебе Богу, там 15 лет горит и пока еще горит. Хорошо, идем дальше. Следующее, да, понятно ли сокровище? Понятна ли тема с сокровищем? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы по сокровищу, задайте вопросы. И мы будем двигаться дальше. На самом деле это фундаментальная штука. Это важнее даже, чем цель. То есть я всегда говорю, цель важная, самая главная цель. Самое главное – это сокровище. То есть мы цель подбираем под свое сокровище. Понятно. Хорошо, идем дальше. Следующее – это тайна. Значит, что такое тайна? Тайна – это то, что я скрываю и не показываю всем. Да, с одной стороны. Да, то есть есть какие-то вещи, которые я стараюсь не показывать. То есть у нас нет задачи обязательно, скажем так, есть здесь такая как бы ошибка в суждении, да, что мы должны быть прозрачны абсолютно, мы должны все про себя рассказывать. Да? То есть раз мы там живем в соцсетях, все, вообще все надо там наизнанку вывертываться. Нет. Нет, так, никто не говорил, что все обязательно про себя надо рассказывать. То есть вполне могут быть вещи, какие-то моменты в вашей жизни, про которые вы не рассказывайте, не показывайте, да, то есть и это министерство не ваших собачьих дел, да, то есть там, скажем, там, то, что касается моей семьи, скажем, да, я не хочу, чтобы там те сотни тысяч людей, которые читают меня в соцсетях, да, обсуждали, условно говоря, там, не знаю, смотрели на фоточки моего внука или моего сына, да, и что-то там обсуждали, писали какие-то комментарии. Да, поэтому их просто нет. Да, то есть и нет задачи, да, чтобы вообще все, каждый ваш чих, каждый ваш пук непременно миру транслировать. А вот, это первое, что касается тайны, да, то есть мы какие-то части вашей жизни сознательно оставляем в тени и не показываем их. Кстати, в том, что касается, здесь есть проблема для помогающих профессий, да, например, там, у меня в коучинге были там несколько, не буду называть кого, но там весьма-весьма известных там, сценаристов, писателей там, и так далее, и так далее. И мы с ними договаривались, я понимал и принимал это, да, что они как бы в их имидже, да, их, существует их имидж, что они такие самородки, да, что они невероятно талантливые и своим талантом всего добиваются. Да? А то, что у них за плечом стоит Саша Молчанов со своими структурными моделями, да, если эта информация будет там как-то широко распространяться, да, это их репутации может повредить. Да? Поэтому они эту информацию скрывают. Я это понимаю, я это принимаю, но почему бы и нет? Окей. Вот. И вы можете делать то же самое. Да? То есть у вас могут быть какие-то части вашей личности, которые вы не демонстрируете. Они, я не знаю, что, там, сексуальная ориентация, например, да? Если она там не соответствует ценностям вашего общества, да, например, вы живете в Европе и являетесь гетеросексуалом. Вот. И это вредит вашей репутации. И вы, пожалуйста, да, ходите на гей-парады и говорите, что да, со мной все нормально, я не бинарный. Вот. А в тайне от всех живите себе спокойной семейной жизнью, никого не трогайте. Вот. То есть это вполне допустимо.
Да, то есть вы обществу даете то, что оно просит, и как бы оттуда, куда ему не надо соваться, вы туда его не пускаете. И второй момент, когда вы специально говорите, что вот здесь у меня тайна, то есть вы какую-то часть личности своей, ее обустраиваете таким образом, чтобы всем хотелось ее узнать. Да, и в какой-то момент вы ее можете, эту информацию по частям выкладывать. Да, то есть, условно говоря, там, говорите, вот у меня в личной жизни произошли определенные изменения, но я вам сейчас про это говорить не буду. Что? Но я так счастлив или я так счастлив. Да, вот тайна. Да, всем сразу интересно, что такое? Там что-то кто-то завелся, наверное, да, и потом вы можете эту тайну раскрыть, и это будет там большим интересом для всех. То есть вы, опять же, себя используете как, не используете, вернее, да, а вы с собой работаете как с персонажем. Так, понятна ли эта мысль? Если понятно, то она не простая. Да, то есть здесь вот как бы два вот эти вида тайны, да, но опять же, если вы понимаете, как это работает, вам сразу же легче становится. То есть вы говорите, да, я про это просто не рассказываю, и все, отвалите от меня. Министерство не ваших собачьих дел. Так, у вас есть внук? Да, у меня есть внук. И скоро второй появится, надеюсь, в ближайшие месяцы. Так, про открытость читать у Кастанеды. Да, кстати, он, да, вот он, вы прямо в точку на самом деле. Потеря энергии и рассеяние, да. Да, младенец растет внутри матери в тайне и все так. Так получается все равно, что постоянно вытаскивает, показывает остальное. Тайна – это не про нецелостность личности. Смотрите, вы же не от себя скрываете эту тайну. То есть здесь важно вот что. Вот давайте, раз уж я такие вступил на этот лед, да, например, у человека с этой самой сексуальной ориентацией, да, допустим, одно дело, если человек, имея неподходящую сексуальную ориентацию, да, которую не принимает общество, да, мы уже с вами договорились, да, что речь идет, конечно же, о Европе, да, и о человеке с гетеросексуальной ориентацией, да, и вот человек скрывает ее от окружающих, но про себя-то он знает, что он как бы входит в меньшинство, да. Одна ситуация. Другое дело, если он от себя это скрывает. Если человек, допустим, он знает, что его тянет вот туда, а он вместо этого заставляет себя и да, натягивает на себя что-то, что ему на самом деле совсем не надо. Вот вам самый максимально некомфортный пример, который прям очевиден. Он и себя сделает несчастным. И того человека, которого он к себе тащит, он сделает несчастным, да, и он все вокруг отравит все на свете. Вот попыткой себя и всех окружающих обмануть. Вот. А если вы говорите, ребят, ну я шпион, я под прикрытием работаю, все, сразу же все становится легко. То есть здесь важно себе не врать, важно себя не обманывать. То есть вы прям с собой договариваетесь. Так, вот это у нас тайна. Тайна. Все, договорились. Это не про тень. Хорошо, дальше. Следующий – это недостаток. С тайной разобрались. Недостаток. Их может быть несколько, да, и их тоже здесь нужно… Во-первых, вот сразу давайте не будем вот этого вот. У меня нет никаких недостатков. У всех людей есть недостаток. Да, и то, что является там для одного человека достоинством, да, для другого человека является недостатком. И дальше просто, да, нужно не просто как бы взять этот недостаток, да, и там что-то с ним сделать.
Вот мне в свое время есть такая... Я в свое время читал книги, вот он, просто я с него начинал изучать маркетинг, с Игоря Манна. Вот. И одно время я прям все вообще читал, все, что он писал, до тех пор, пока мне не попалась его книга номер один. Я дико разозлился на эту книгу, прям очень, очень сильно разозлился. И как-то с ней просто такой прям конфликт вступил. Вот. При том, что я к нему отношусь с большим уважением. Он, кстати, он читал мои книги, он мне как-то написал такое довольно теплое письмо по поводу книги «Пишется». Вот. И как бы и у него тоже я в целом к нему отношусь хорошо. Но вот в этой книге я считаю, что допущены определенные ошибки и ключевые ошибки. Вот, в числе прочего, значит, вот он говорит, что там надо делать с недостатками. Ну, условно говоря, у вас там плохие зубы, да, сходите вылечите зубы. У вас там плохая прическа, да, сходите там, сделайте нормальную прическу, хорошей парикмахерской. У вас там с одеждой что-то, сделайте там стайлинг какой-то, да, вот у меня эта прическа, да, она стоит 8 тысяч рублей, хотя уже отросли, надо уже самое. Вот. И она даже, несмотря на то, что я причесываюсь пятерней, да, я же мужик, да, то есть утром там глаза продрал и все. Но она смотрится нормально, да, что бы я с ней ни делал. Вот. То же самое с одеждой, да, опять же, я там, у меня всегда позиция была такая, что там берешь что-то на себя, надеваешь и идешь. Да, то есть, что на тебе было надето? Ну, если я там был, значит, на мне что-то было надето. А что, я не знаю. Да? У меня просто как бы это все было жене делегировано, она меня отправила на стайлинг к Стелле Клар, значит, шведской стилистке, и значит, Стелла сделала мне полный стайлинг. Выкинули всю мою одежду, закупили новую там и сделали полный стиль. Вот, да, то есть это одна история. Когда у вас есть какой-то недостаток, который вы прокачиваете. И могут быть недостатки, которые могут быть прокачаны. Например, у меня, ну, просто в силу работы своей, да, потому что я человек пишущий, да, не выступающий на сцене. И когда я вынужден был стать спикером, да, я к этому времени с людьми вообще не общался. Я сидел на кухне, обложившись котом своим, написал сценарий 20 лет к этому времени. Да, и вдруг мне надо выходить в эфир. Я, естественно, я боялся вести вебинары. У меня это получалось очень плохо. Я экал, бэкал, мэкал, заикался. Это все было видно. Люди там писали комментарии. Что-то типа того, что классный у вас, все у вас хорошо, все замечательный проект. Но только уберите из кадра этого ужасного заикающегося мужика бородатого. Вот. И, значит, у меня сотрудница написала, мы не можем его убрать, он платит нам зарплату. Вот. Да, то есть и за это время там, большими усилиями, более или менее, там, какая-то часть, основная часть моих спикерских проблем была снята. То есть, ну, когда ты берешь, например, каждый день берешь там по 2 интервью в прямом эфире, то волей-неволей ты немножко начинаешь заниматься спикерством. И я в свое время и с преподавателем занимался, дикторством там, и так далее, то есть актерским мастерством, да, то есть и более или менее мои ораторские недостатки, они более или менее прикрыты. То есть есть недостатки, которые можно прокачать и улучшить свой уровень, прикрыть. Вторая группа недостатков – это недостатки, которые мы не можем прокачать. Которых, как мы ни стараемся, да, мы не можем достичь в них больших результатов. И вот в этом, я считаю, что вот в этом как раз-таки Игорь Манн не прав. Потому что он писал
Да, и он там и там по некоторым признакам было понятно, что он сам у себя этот недостаток не прокачал. Там, например, английский язык. Да, то есть, ну, у меня в силу того, что я родом из деревни, да, и английский язык изучал в сямженской средней школе, да, можете себе представить, хотя у нас там было по 3 занятия в неделю, но тем не менее, да, компетенции не очень высоки. Вот, и он писал, ну вот, я типа там всю жизнь учу английский, у меня это никак не получается, но я все-таки прокачаю у себя обязательно этот навык, вот надо смотреть сериалы на английском, еще что-то. Да, и я понимаю, но это заведомо проигрышная стратегия. То есть, если ты к 50 годам не научился, да, не поднял свой английский до высокого уровня достаточно, то ты вряд ли его уже поднимешь. Вот. И в итоге я для себя, например, в какой-то момент, опять же, у меня было несколько, у меня там 4 или 5 преподавателей я сменил, да, то есть что-то только не пробовал, да, и в конце концов я понял, что я поднял свой уровень английского до того, что я могу свободно читать по-английски. Да, я много читаю на английском языке. Да, то есть я там, читаю 2 журнала еженедельно, «Нью-Йоркер» и «Экономист». Там. Раньше я был на них подписан, мне их приносили. Да, сейчас я в электронном виде вынужден читать. Но тем не менее, да, я там, в среднем в месяц там, 5-6 книг на английском языке стабильно читаю. Да, плюс я слушаю подкасты на английском языке, очень люблю Джо Рогана, да, и тоже там в месяц, как правило, там 5-6 выборочных подкастов его прослушиваю. Вот, то есть нормально с аудированием, нормально с чтением, при этом я очень плохо говорю, то есть очень часто я даже с официантом не могу объясниться, да, ну, вот ступор просто наступает, и я там слово не могу вспомнить какое-нибудь элементарное. Вот. А настолько легко воспринимаю, да, и не могу писать. То есть, ну, какая-то мелкая переписка, там, условно говоря, там, с агентом со своим европейским я там, могу, но уже там активно как-то общаться, понимаю, что вряд ли я достигну в этом высот. Вот. И я пытался писать тексты на английском языке. Я учился в американском университете UCLA онлайн, заочно, написал пилот сериала «Спекскрипт». Вот. Я понял, что, ну, как бы на очень-очень невысоком уровне я могу писать текст. То есть набоковских высот я не достигну. И все, и я решил, что я больше не буду. Зачем тратить энергию, огромные силы в то, в чем я, что я не смогу прикрыть, да, достигнуть каких-то высот. Вот. А для какого-то минимального общения мне вполне достаточно онлайн-переводчиков. Все. Да, то есть мы какие-то недостатки свои мы просто прикрываем другими людьми. Например, там, ну, не знаю, там, в бухгалтерии я плохо разбираюсь, да, я не прокачиваю свои бухгалтерские навыки. У меня есть бухгалтер, которой я плачу деньги, и она все эти проблемы решает. То есть мы берем какие-то недостатки, если мы можем их прокачать, мы их прокачиваем, если мы не можем их прокачать, мы их делегируем. И, кстати говоря, Парабеллум, один из моих учителей, один из моих менторов, он всегда говорил, что если вы пытаетесь свои недостатки прокачивать, да, вы на это просто тратите время и силы. Все недостатки надо прикрывать. Он был мастер, кстати, в прикрытии своих недостатков. То есть какие-то ваши недостатки вы прокачиваем и избавляемся, какие-то недостатки мы делегируем, какие-то недостатки мы скрываем. Да? То есть мы просто стараемся, вот на эту ногу я хромаю, поэтому я просто на эту ногу не наступаю. Да? То есть если я понимаю, что я вот в этом слаб, я этим просто не занимаюсь. Да? И, наконец, последнее, что мы сделаем, да, у нас есть какие-то недостатки, которые мы можем превратить в свои достоинства. То есть берем недостаток, и я вот ничего не могу, например, сделать со своим деревенским происхождением. Ну вот родился я в Сямже, в поселке Сямже Вологодской области. Было время, когда я этого невероятно стыдился, когда я приехал на всю жизнь. Такие вещи запоминаются на всю жизнь, когда я приехал лет в 15 с приятелем мы приехали в Питер, и у нас там жил один знакомый художник, с которым на даче мы вместе там
тусили. И, значит, и у него дочка, тоже художница. Вот. И что-то как-то у нас разговор идет, типа, что, чего, какие планы. Я говорю, да вот я собираюсь поступать в университет, пока не решил. Я тогда хотел на классическую филологию в Питер поступать. Я говорю, да, вот хочу в университет. Это было бы круто, кстати. У меня папа просто учился на питерском журфаке, в питерском университете. И меня, естественно, мне хотелось тоже. Папа смог питерский журфак закончить. Я, наверное, тоже смогу. Но в итоге вот в ВГИКе отучился. Но, значит, вот я хочу поступить в университет. Она так посмотрела на меня косо. И сям же в университет. И так фыркнула и вышла из комнаты. Я такой, что сейчас такое было? Это вообще нормально? Вот. И, естественно, да, то есть, ну, чувак из Сямжинской средней школы, да, ты куда вообще прешь? Да, здесь все эти самые, все московские из хорошей детской, из 57-й школы там и так далее, и так далее. Что ты вообще здесь делаешь? Да, логично, что мое деревенское происхождение является недостатком. Вот. Но я его не скрываю, я не делаю вид, что, ребята, я же не хожу и не говорю, ребят, я учился у Тамары Натальевны Эйдельман в 57-й школе, я закончил МГУ там и так далее, да, то есть я ничего этого не говорю, да, я, если вы там читаете меня в соцсетях, вы видите, что там каждый второй пост у меня про Сямжу. Я очень люблю Сямжу, очень люблю свою родину и все время мыслями к ней возвращаюсь, да, я все время про нее пишу. Да, то есть я все время напоминаю, что, ребята, я просто сямжинский чувак. Вот. Антон Хитров как-то сказал, говорит, вообще, он говорит, у меня есть гипотеза, что никакой Сямжин не существует, что ее Молчанов выдумал просто и всем про нее рассказывает. Итак, вот что мы делаем с недостатками? Да? Первый, мы прокачиваем его, да, и избавляемся, как, например, я, заикание. Да? Второе, скрываем, да, то есть не... Раз у меня это не получается, я это просто не делаю. Да? Третий – делегируем. И четвертое – всячески пиарим. Скажем, тот же Парабеллум рассказывал замечательную историю, как он шел, значит, куда-то его нанимали на консалтинговый проект. А там бизнес-структура, там все по часам, все по это самое. Он говорит, ребят, но смотрите, кучу денег платят и так далее. Говорит, только одна проблема. Я всегда опаздываю. Они говорят, как опаздываешь? Говорит, у нас тут все по минутам, по секундам. Говорит, ну, как хотите. Я, говорит, буду опаздывать на каждую встречу, на каждое совещание всегда. Я всегда опаздываю. Вот всегда опаздываю. Да, на собственную конференцию опаздываю всегда. На собственные вебинары опаздываю. Причем легендарно опаздываю. То есть, если вебинар был назначен на 10 утра, он мог начаться в 2 часа ночи. Помню такие случаи замечательные. Вот, да, и он этого не скрывал. Он говорил, ребят, вот есть у меня такой недостаток. Что хотите с этим, то и делайте. Что это, понижало его ценность? Нет, это повышало его ценность. То есть люди были готовы там сидеть до 2 часов ночи, там, сидя на дереве, были готовы ночью его слушать. Да. Один раз был вебинар, где чувак написал в чате, что я в деревне сейчас, у нас ловит интернет только на березе. Я, говорит, сижу на березе сейчас, слушаю вебинар в 2 часа ночи. Это прям классно. Так, понятно ли по поводу недостатков? Вот эти 4 вида недостатков. Я сейчас не буду вас уже спрашивать, да, вы сами с ними поработаете самостоятельно. Так, кого интересует, у кого где эрогенные зоны? Смотрите, если эрогенные, если вы, например, занимаетесь, не знаю, если вы секс-коуч, например, да, то вам волей-неволей придется рассказывать, где у вас эрогенная зона. Да, то есть, если вы, например, рассказываете, там, у вас какая-то система похудания, да, вы будете рассказывать, или вы целительством занимаетесь, вы будете рассказывать про свои физиологические дела. То есть, ну, вы как это, вопрос компетенции. Ну, чем вы, в каком направлении вы работаете? Да, хочу увидеть Сямжу. Ну, в интернете есть множество прекрасных фотографий. Понятно. Хорошо, идем дальше.
И здесь надо подумать вот о чем. Вам заданием на подумать в течение этой недели, как ваши недостатки и какой из ваших недостатков может вам помочь. А какой из недостатков, может быть, у вас есть какой-то недостаток, с которым вы там много лет боретесь, и у вас ничего не получается, никак не получается его побороть, да, возьмите и посмотрите, что с ними может, с этим недостатком можно сделать еще. Да, например, делегировать, да, или, например, просто ну, перестать это делать, да, то есть, если, например, я понял в какой-то момент, что у меня там, ну, не очень получается писать на английском языке, вот, я решил, ну, я просто не буду писать на английском языке. Ну, русский прекрасный язык, как бы богатый, сложный, интересный, эмоциональный, позволяющий писать любые тексты на любые темы. Ну, зачем мне чужой язык? Вот, и все, мне сразу очень легко стало. Вот, ну и чем, может быть, какой-то из ваших недостатков может мне помочь? Я понимаю, что, скажем, там, сценарный гуру из Сянжи, это с точки зрения сторителлинга смотрится гораздо лучше, нежели сценарный гуру из Москвы. Да, что то, что я считал своим недостатком, оно на самом деле является моим достоинством, повышает мою ценность. Как в свое время мне, когда я приехал учиться в университет, значит, у меня декан моя сказала мне, что типа первый вуз, у меня три образования. Первый – Вологодский государственный педагогический университет, второй – это ВГИК, и третий – это Эриксоновский университет, институт коучинга. Да, и вот, значит, декан наша Маргарита Александровна Вавилова, когда мы с ней знакомились, она спросила, ну и кто ты? Я так растерялся, что сказала, я поэт-символист. Ну, я действительно был поэтом-символистом в то время, и она, когда на меня злилась, она ходила по коридорам и кричала, я этого сямжинского символиста отчислил. И все знали, что если она про сямжинского символиста, это значит про меня. Это было очень весело. Хорошо. Значит, теперь что касается целей. О целях мы с вами уже говорили. Я возвращаться не буду к этому, вы все помните, ваша цель на год, цель на жизнь. Здесь важно вот что. Важно, чтобы ваша цель была такой, чтобы вам нужно было для своей цели вырасти. Чтобы вам надо было не уменьшиться для своей цели. Да? То есть вот вы есть какой-то, а выбирайте цель какую-то мелкую, ничтожную, квартиру купить, я не знаю, да, то есть, а вы гигант, да, а чтобы вам надо было именно вырасти, увеличиться, стать умнее, стать талантливее, стать сильнее для того, чтобы достичь цели. То есть вот нужно цели выбирать такие, да, и дальше нужно задать, вот увидев эту цель больше себя, нужно задать себе вопрос – а каким я должен стать, чтобы этой цели быть конгруентным, да, чтобы соответствовать этой цели. И вот так мы как бы да, выбираем цель больше себя чуть-чуть, и мы потом себя чуть-чуть тоже подращиваем под эту цель. И таким образом мы, достигая этой цели, мы не деградируем. А есть, бывают такое, такие люди, да, вот выбираешь свою цель какую-то, и там достигаешь этой цели, садишься, да, на полу этой свежекупленной квартиры, да, и начинаешь плакать, блин, когда ты понимаешь, что ты, блин, всю свою жизнь просрал ради там сраных 30 квадратных метров. Вот, поэтому нужно выбирать такую цель, чтобы не было, когда вы ее достигнете, чтобы не было ощущения неудачи. А это ощущение неудачи, оно не возникает в том случае, если вы, идя к этой цели, стали лучше. То есть нужно смотреть все время на то, что ваша цель, да, в процессе достижения ее делает вас лучше, больше, круче, умнее, талантливее и так далее. Вот самое главное, о чем я хочу, чтобы вы в течение следующей недели подумали. Насколько вы вашей цели соответствуете, да, и насколько вы она помогает вам расти. Понятно ли домашнее задание? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Если понятно домашка, напишите, что домашка понятна.
Дождь, кажется, закончился. Сейчас на пробежку побегу. Так, четвертый элемент станции. Сокровище, тайна, недостаток и цель. Сокровище, тайна, недостаток и цель. Четвертый элемент. Хорошо, все, тогда разбегаемся и на следующий. Я назвал четыре. Сокровище, тайна, недостаток и цель. О цели мы с вами говорили на первом занятии. И сейчас я хочу, чтобы вы эту цель свою, да, соотнесли с вами как персонажа. Все, счастливо, увидимся на следующей неделе. Еще раз, ребят, еще раз напоминаю, чтобы просто не было такой, вот это каждый раз такое бывает. Мы закрываем набор, заканчиваем набор, и мне начинают писать: Александра, как вот я так хочу попасть на сериальный курс. Мне всегда так обидно бывает, да, где вы были, да, то есть я там 2 месяца, там, каждый день по 3 раза в день писал, напоминал. Вот то же самое, вот сейчас я напоминаю, опять же, я знаю, что в этот раз будет точно так же. Мы закроем набор на сериальный курс, и я буду получать письма. Александр, пожалуйста, возьмите стульчик, поставьте где-нибудь сбоку, я там присоседюсь. Нет, 45 человек мы наберем, 15 мест осталось. Вот, поэтому если хотите, то присоединяйтесь. После того, как набор будет закрыт, никто туда больше на этот курс не попадет. Только в следующем году. Так что не тормозите, пожалуйста, друзья мои, не тупите. Потому что реально просто неприятно видеть, да, когда люди потом опоздавшие начинают судорожно писать письма. Ссылка у вас перед глазами. Все, пока-пока.